Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романа Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю здоров'я. Навзаєм. На календарі у нас 25 липня. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Будемо нашу розмову розпочинати про епізод, який стався у ТЦК Тернопільської області. Там співробітники щомісяця заробляли по 100-150 тисяч доларів на хабарах за ухилення від мобілізації та звільнення діючих військових. Зокрема, про це повідомляє Нацполіція. За різні послуги вони брали від 1 до 15 тисяч доларів. Зокрема, за 2 тисячі доларів можна було купити оновлення військових даних із проставленням штрих-коду у тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного та перспективи уникнути мобілізації. Ну а за 5-15 тисяч доларів можна взагалі отримати було законне право на відстрочку. І хабарі тільки у цьому ТЦК дали майже 150 осіб. Роман Григорович, це тільки один ТЦК. Що тоді виходить? Якщо не відкупився, то ти йдеш на фронт, і знову ж таки ми сходимось до того, що армія для бідних чи як? Ні, це не професіональна армія. Це от чому я завжди говорю, що такого роду мобілізаційні закони, вони про що угодно, про набивання карманів, а не про професіоналів. Тобто профі не пойдуть в армію, яку заганяють із-під палки. Тобто ні один професіонал воєнний, він просто не буде воювати, розуміє, що рядом знаходиться не професіонал, який тим більше ще й не мотивирован, а ще й мотивирован з допомогою кнута. Це воювати ніхто не буде, це самоубийство. Тому у нас зараз армія розмита. Размыто любителями, которые пособирали на улице, попытались сделать из них военных за несколько недель там и бросили на линию боевого соприкосновения или там выполнять определенные боевые задачи. Такая армия не выиграет у профессиональной армии. Россияне уже, можно сказать, профессиональные, линейные части кадровой армии. Почему? Потому что они подошли правильно к армейской созданию армии через рекрутинговые центры, через мотивацию финансовую в основном, а дальше про подбор и постановка строя. Это уже профессиональная армия. С нашей стороны сейчас на данный момент это любительская армия, тем более не мотивированная. Это очень самое страшное, что может быть в армии, это отсутствие мотивации, а еще не дай бог демотивация от команды. Вот то, что мы сейчас видим, по крайней мере, что исполняет наше военно-политическое руководство, это демотивация. Со всякими мирными саммитами, поездками в Китай, носятся с мирным планом о каком-то там справедливом мире и так далее и тому подобное. Демотивируют напрочь, а закон, который они приняли, мобилизационный, он вообще однозначно всех демотивирует, не только профессионалов, а еще и тем более тех, которые попадают под мобилизацию, такую, о которой мы сейчас говорим. Закон был принят конкретно для того, чтобы выкачать из населения большое количество денег. Это миллиарды долларов по году. Если сотни тысяч долларов в месяц одно районное ТЦК приносит, умножьте на количество, получите миллиарды долларов в год. ТЦК подчиняются умерам. Конкретно, знаете, как всегда, у нас у каждой проблемы есть имя и фамилия. Так вот, у этой проблемы есть имя и фамилия. Имя не помню, умер. Министр обороны, он подавал этот закон, ТЦК ему подчиняются, и опосредственно начальнику сухопутных войск, командующему, который стал Павлюк генерал, который был раньше замом УМИ. Ну, то есть вот управление ТЦК на данный момент. Сейчас этих ТЦКшников взяли под контроль, по-моему, это Нацполиция начинает проводить расследование. Если реально раскрутить, и куда эта ниточка идет, она приведет к заказчику всех этих финансовых операций, коррупционных финансовых операций. Причем сейчас мы говорим о суммах, которые в ТЦК, допустим, как-то консолидируются, а еще есть ВВК в комиссии, еще есть пограничники, которые впускают, выпускают, это тоже стоит денег, то есть это еще довольно-таки серьезные суммы. Поэтому это правительство, это исполнительная власть в чистом виде, почему говорю, ее менять надо уже давным-давно, причем вот полным списком, так как ну, она уже себя полностью дискредитировала. Мы это сейчас видим. Если у нас полиция сейчас
проведет расследование, дойдет до заказчика, мы увидим все эти фамилии наверху. Вопрос, дойдет ли, если не помог. Бывает же, что нас иногда помогают, и нас полиции не дают отработать. Но я думаю, должны сделать это. Правильное принять решение и найти, в конце концов, заказчиков, тех, которые эти задачи выполняют. Потому ничего нового абсолютно, наоборот, я раньше ждал, что раньше начнется такого рода действия. Ну вот оно сейчас только докатилось. Понимание процесса, то есть что происходит. Толку, естественно, для создания профессиональной армии такие действия однозначно не приведут. Как создавать профессиональную армию? Мы уже миллиарды раз с вами говорили, причем он у нас противник ее создал. На показательно, так сказать, этот закон, Путин, даже Путин его отбросил, то есть и перевел на создание профессиональной мотивированной армии. А этот закон подобрали великие дельцы из нашего Министерства обороны, из Кабмина, потому что подавали же закон кто? Умеров и Шмыгаль, то есть это Кабмин подавал. Куда подавали? В Верховную Раду. Кто в Верховной Раде проталкивает этот закон? Нарахамил, естественно, еще раз на этом законе. А дальше Верховная Рада его приняла. Причем сейчас исполнителями по этому закону, по мобилизационному, является ТЦК, полиция, там, служба безопасности, ну и так далее. То есть силовые органы, которых бросили практически на стычку с народом. Ну вот и все. Ничего нового, так сказать, что мы с вами об этом полгода говорили, ну вот сейчас подтверждение наших слов. Тобто без кришування, як кажуть в народі, зверху, ну, тобто таких масштабів не було, я вірно розумію вас? Да, звісно, ні. Ну, це дуже великі ідеї. Звісно, це не просто кришування, я більше скажу, це схематоз, це схема, вона була ізначально придумана. Це вона не сложилась, вона була ізначально придумана, причому це було видно ще з прошлого року, коли зняли всіх воєнкомів і під цю схему назначили нових воєнкомів. Ну или там ТЦКшника, как там называют, начальники ТЦК. Под эту схему проталкивали, очень тяжело проталкивался этот закон, потому что все прекрасно понимают, что это схематоз. Такой в чистом виде схематоз, за который придется отвечать. Я сейчас объясню, как это все будет. После того, как будет смена власти, она по-любому когда-то будет, вечность никогда не бывает. После смены власти отменим уголовное наказание за дачу взятки, просто отменим, да, как уголовное преследование. И дальше все деньги, которые были, а это миллиарды долларов, которые были заплачены за услуги, так называемые, этих министерств, вернее, из Министерства обороны, из Рады и всех остальных до уровня ТЦК, вернем все деньги обратно тем, кто дали эти взятки, а всех, кто взятки брали, все будут сидеть. Причем сидеть будут пожизненно. Почему? Потому что во время боевых действий такого рода наказания будут, ну, усугубляться, так это уж точно. Элементарно это все делается. То есть восстановим справедливость, люди вернут все свои деньги, которые им пришлось раздать без уголовного преследования. А вот все коррупционеры, вплоть до самого верха, они же никуда, они же не отдадут там чемоданы денег Маску, не улетят на Марс в одну сторону, правильно? То есть они где-то на шарике забазируются, вытащим, потому что деньги очень большие. За ними пойдут, естественно, правоохранительные органы, те, которые свои 3 копейки здесь не вставили или не получили. Вот, пожалуйста, нас полиция приняла дельцов с Тернопольского ТЦК. Я думаю сейчас по такому принципу не только полиция, сейчас контрразведка, ДБР, ну, служба безопасности, естественно, они сейчас пойдут по всем этим направлениям и в конце концов придут к схематознику, к тому старшему схеме, который всю эту схему вообще придумал. Не удивлюсь, если они придут к какому-нибудь крысиному королю, который управляет всеми этими процессами. Ну, посмотрим. Просто дивлячись на такі випадки, знову ж таки, а де тоді, ну, брати мотивацію у людей, так, які бажають піти служити, це впливає з вашої точки зору? І ще один момент, ну, тобто, а чи не створюється протиріччя, знову ж таки, от між військовими, між тими, які є на фронті, так, зокрема, і ті, які працюють, ну, зокрема, у ТЦК, ну, тобто, тут теж виникає проблема, виходить?
Ну, во-первых, в ТЦК очень мало военных. Это вот какая-то придумали какую-то тему, там в ТЦК одни военные. Да там три коллеги, не более того, если из военных. В основном ТЦК это такие стандартные системы бывших военкоматов, которых служат, ну, это госслужащие по большому счету. Они напрямую подчиняются Министерству обороны, и военных там немного. Военных я имею в виду тех, которые служили на линии боевого соприкосновения. Там несколько человек, может, завели десятков человек, только для того, чтобы рассказывать тем, что у нас тут служат рубаки, так называемые. Я же просто знаю ТЦКшников, знаю военкомов и старых, и новых, у меня очень много друзей. И я прекрасно понимаю, как их заставляют выполнять такого рода действия, подставляя практически. Потому что есть определенные механизмы, как заставить человека, который под военной присягой, выполнять определенные задачи. Причем в темную, вот самое интересное. То есть там ребята, те, которые на низах, так сказать, которые выполняют иногда некоторые задачи, они даже не знают, что происходит. Им приказ поступает, они бегают, носятся и в конце концов попадают под раздачу. Так вот они тут ни при чем. А вот все такие умные, так называемые, те, которые по карманам рассовывают, они выше находятся. И они к армии никакого отношения не имеют. Сильно Умеров имеет отношение к армии. Ну, какое отношение имеет к армии министр обороны Умеров? И таких Умеровых по всей цепочке не один десяток, может, сотни человек. То есть это совсем... Но я думаю, сейчас, вот, чтобы голословно не говорить, сейчас проведут следствие. У нас очень хорошие следственные группы в полиции. Сейчас вот этой в новой полиции, которая, по крайней мере, вот этот вопрос решает, там хорошие следаки. Они вытопчат всю эту тему и придут к основному схематозу. А демотивация, да, конечно, демотивация. Потому что, ну, во-первых, почему демотивация? Украинский народ, он свободолюбивый. Если вы начинаете из-под палки его куда-то загонять, то любые действия, оно же рождает противодействие. Естественно, противодействие – это есть уже демотивирующий фактор. Никто не пойдет сам в армию, куда загоняют из-под палки кого-то. Естественно, будет противодействие. Вот это противодействие не дает возможности наполнить вооруженные силы профессионалами. Это было понятно в прошлом году, как только они эту тему начали раскручивать, я с прошлого года уже начал говорить. Это все приведет к тому, что у нас из армии вымоется профессиональный состав, никто из профи в нее не пойдет. А армия только любительская, она не сможет противостоять профессиональной армии. Вот где проблема. Но если вот тут вопрос какой? Это было сделано по недомыслию, по скудоумию или злому умыслу? Это мог быть злой умысел изначально, просчитанный у наших врагов и вброшенный в наше правовое поле. Что, скорее всего, является этот мобилизационный закон? Он практически калька с того закона российского, который не прошел у Путина, он его не пропустил. Скорее всего, эти схематозники, которые пытались просунуть его через Россию, они до этого такой же самый закон просунули в ДНР. Вот они в ДНР, сняли очень много денег. После этого попытались. Это, по-моему, старые такие донецкие менты. Вот их, вот, по крайней мере, почерк их. Попытались просунуть через Россию, не получилось, притащили их это все в Украину. Просунули. У нас оказались, ну, мягко так скажем, нечистые на руку чиновники, которые пропихнули этот закон, как раз он больше направленный закон, конкретно коррупционный. Вот подтверждение уже, чтобы не быть голословным. Да, до этого предположения были, а сейчас уже конкретное подтверждение. Все нормы этого закона стоят определенных денег, как их обойти. Вот вам уже вплоть до росписи так называемой, сколько чего что стоит. Потому как, ну, здесь работать, дальше работать здесь, конечно, полиция или не полиция, а правоохранительным органам. Главное выйти на этих схематозников, выйти на генераторов этой схемы и дальше уже с ними разговаривать. Не эти выйдут, следующая власть, я уже рассказал, как этот механизм будет запущен. Еще раз повторюсь, будет снято уголовное преследование со всех, кто давал взятки. Или взятки, неважно, с которых было снято эти деньги.
и еще раз пройдутся по всем схемам. Никто никуда не денется. Найдут. Якщо ще говорити про те, як діє ворог всередині нашої країни, от, зокрема, російські так телеграм-канали, і, в принципі, російські ЗМІ поширили інформацію про те, що відповідальність за вбивство Ірини Фаріон взяла на себе ультраправа організація, яку раніше ФСБ звинувачувала у спробі замаху на Соловйова та Симоня. У телеграм-каналі цього осередку з'явилося відповідне відео, і там, зокрема, автор мотивує вбивство Фаріон тим, що колишня нардеп розпалює ненависть за мовною ознакою всередині українського суспільства, але при цьому автор підтримав Збройні Сили України та заявив, що бореться із внутрішнім ворогом. Але, знову ж таки, потім ЗМІ почали писати і порівнювати ось ці два відео і, якби, знайшли там неточності. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, ну, це, власне, про те, що говорив Буданов, про те, що ворог буде застосовувати будь-які інструменти, ну, тобто подальший розвиток, який тут може бути? Ну, це в чистому виді ІПСО. Тобто стартово зараз розбираються наші правоохранительные органы, разберутся, там достаточное количество материалов, видео и засветки, дойдут, опять же, найдут исполнителя, там в живом или в мертвом виде, иногда бывает, исполнителя выбирают, и дальше найдут заказчика. И вот я думаю, пока наши правоохранители не раскроют, так сказать, подоплеку этого преступления, лучше не гадать. Почему? Потому что, ну, сам знаю, как иногда ведется следствие, оно иногда находит довольно-таки интересные ходы. А вот то, что россияне однозначно будут использовать такого рода действия в своих целях, создавая ИПСО, пытаясь столкнуть лбами внутри Украины, столкнуть лбами опять какие-то там пророссийские, антироссийские движения и так далее, то языковый вопрос опять будут поднимать, национальный вопрос вот придумали, националистов очередных и так далее и тому подобное, или антинационалистов. Они это будут, эти вопросы, крутить, проталкивать, просовывать. Кстати, вот этим такими делами как раз занимаются вот такие офицеры, как вот подорвали недавно из Грушника, да, вчера или позавчера, по-моему, подорвали. Вот это вот работа таких офицеров Центра информационно-психологических спецопераций российских. Сейчас мы этих таких такого рода вбросов еще увидим. И не только по Фарион, по разным действиям, включая действия наших вооруженных сил и спецслужб и так далее и тому подобное. Но так работает ЦИПСО. Там большие деньги ходят. Миллионы, десятки миллионов долларов платятся за создание таких фейковых новостей, и новостей, кстати, в том числе, и действий в том числе. Они иногда связаны с действиями для того, чтобы потом эти новости подсветить и вбросить в информационное поле. Нам надо однозначно понимать, что против нас ведется атака нашего врага, в том числе и информационная, и потому не реагировать на такого рода действия. Надо слушать наших правоохранителей. Еще раз повторюсь, у нас очень толковые в службах и в спецслужбах, и в нацполиции толковые следователи найдут однозначно. И тем более нам сейчас начинают помогать, и довольно-таки серьезно помогают наши партнеры расследовать такого рода преступления. Попрошу вас, будь ласка, прокоментувати заяву лідера Чехії Петра Павла. Так, це людина, яка багато зробила для України. От він сказав про те, що він вважає, що перемовини про мир в Україні потребують залучення Російської Федерації та Китаю. Він каже, що очікує певних нових зрушень у російсько-українській війні наприкінці або цього року, або на початку 2025 року. Щодо участі Росії у другому саміті сказав, що це бажано, але невідомо, чи це реально. Він багато зробив, Романе Григоровичу. Ви раніше дуже позитивно так оцінювали всі його заяви щодо України. Але навіть якщо він, людина військова, генерал, говорить, ну, знову ж таки, про перемовини із Російською Федерацією, про те, що там має бути присутня і Росія, і, зокрема, Китай. Ну, тобто, чи не складається таке враження, знаєте, ну, що вже ухвалено таке рішення про завершення війни в Україні, а ось ці всі заяви, якби є просто підготовкою суспільства до цього? Ну, пытаются сейчас все это все пропихнуть, такую тему остановки боевых действий. Просто военные, они, конечно, осторожничают с этим вопросом, то есть не сейчас, а потом, после того, как и так далее, и тому подобное, оттягивая это действие как таковое. Дело в том, что война с Россией не закончится ни завтра, ни послезавтра, даже если сейчас весь мир об этом захочет, она не закончится. Пока Россия как минимум не выведет свои войска, или мы их полностью не разобьем на нашей территории, не остановить его украинский народ.
Вот нет механизма в мире сейчас, чтобы остановили украинцев убивать россиян на нашей территории. Порошенко пытался это сделать. Так тогда сколько там той войны было? В основном только донецкие занимались. И никто же не остановил. Порошенко, Минск-1, Минск-2 не остановились боевые действия. Зеленский в 19-м году там чуть ли не прямые приказы не стрелять в ответ, штрафовать за ответную стрельбу, вывести людей, прекратить войну и так далее, тому подобное. Не получается это сделать. Почему? Потому что 1,5 миллиона только донецких. 5 лет назад 1,5 миллиона выехало из Донбасса и начало воевать, восстанавливая свою территорию, то есть возвращаясь в Донецк. Сейчас уже около 15 миллионов, если смотреть полностью выехавших. Да вы их не остановите, они будут постоянно возвращаться, воевать, убивать россиян, которые там находятся. Но это нельзя это остановить, пока мы не восстановим свою территориальную целостность, суверенитет, пока не вернемся, в конце концов, к себе домой и не убьем, а другого варианта уже нет, не убьем россиян, которые находятся на этой территории. Мы же не будем с ними жить в одном городе. Естественно, придется их уже уничтожать. Варианта, еще раз повторю, другого абсолютно нет никакого. Не знаю, что они там бегают по всему миру. Китайцы к американцам, американцы к англичанам, англичане опять к китайцам. Наши в этот водоворот опять встряли, опять по китайцам побежали. Да невозможно это сделать. Я вот сколько раз об этом говорю. Нет механизма, во-первых, потери наших территорий. Не проспомните вы через Верховную Раду отказ от наших территорий. Остановить боевые действия не получится. Почему? Потому что сейчас, поверьте, сотни тысяч человек научились убивать дистанционно. Начиная от FPV-дронов и заканчивая там бэками. Как вы их остановите? Это уже перейдет в партизанскую войну, так это будет уже, ну там будет серьезный замес. Там рядом не стояло вот эти военные действия. Это когда это все потом перейдет в партизанскую войну. Десятки тысяч донецких, которые воюют за Донецк, за украинский Донецк, они сейчас знают, как воевать и даже без армии, без снабжения и так далее и тому подобное. Как вы их остановите? Я не знаю, о чем они вообще бегают, рассказывают о каких-то придуманных мирных каких-то инициативах. Ну, честно сказать, ни о чем называть. Петр Павел тоже, скорее всего, втянут во все эти разговоры. Не более того, он прекрасно понимает, как военный, что ничего не остановится. Не будет заморозки боевых действий. Не будет сдачи наших территорий. Это невозможно просто сделать. Ну а поболтаться в информационном поле, кому-то подыграть, может быть, есть у них такие моменты, как они только попадают в геополитику, они начинают в своих песочницах этих политических играться, пока не нарвутся на какое-нибудь посылание от какого-нибудь реального военного по курсу русского корабля. Ну вот и все. Ну Петр Павел сейчас какого-нибудь комбригу скажет, а все, бросай, мы сдаем Донецк, кому-нибудь из Донецка. Куда он его пошлет, этого Петра Павла? Совсем к нему уважить и так далее, и ко всем остальным в том числе. Потому есть политическая, геополитическая составляющая, трындобол, я их называю звездуны сказочные. И есть военные, которые выполняют боевые задачи. Вот здесь сразу можно их так разделять. Политики – это звездуны сказочники, и военные – это которые будут выполнять боевые задачи до восстановления суверенитета, территориальной целостности. Почему? Потому что сотни тысяч человек, украинцев, дали присягу народу Украины восстановить территориальную целостность, суверенитет любыми средствами. Вот они же этого не понимают. Любыми средствами будет восстанавливать. Какие подручные, так называемые. А сейчас научились уничтожать очень много людей. Стволов на руках, миллионы стволов на руках, это только стрелкового оружия, не говоря уже о взрывчатых веществах, FPV, стингерах и дальних средствах поражения, даже дальних средствах поражения. Попробуйте вы там какому-нибудь специалисту там по бэкам сказать, что все, забудь за свой Севастополь, да, Севастополь какому-нибудь украинцу, который уничтожает российский Черноморский флот. Забудь за Севастополь, мы его вернем через 150 лет дипломатическим путем. Да, тот случай. Забудет он.
потому, я думаю, вот это все эти инсинуации про всякое мирное какое-то движение, это просто чтобы погонять пену, не более того. На нее нет смысла обращаться. Олаф Шольц пов'язав відмову від розміщення томагавків з припиненням Російської Федерації війни проти України. Зокрема, повідомлялося про те, що під час саміту НАТО США та Німеччина домовилися про розміщення томагавку у Німеччині. І Шольц каже, що для того, щоб запобігти розміщенню американських ракет дальнього радіусу в дії в Німеччині, Росія повинна спочатку припинити свою війну проти України. От томагавк, Роман Григорович, це може бути як ультиматум Путіна, тобто і вагомим таким ультиматумом Путіна? Ну, если это будет действие, не очередное высказывание сказочника, я не буду уже первое слово говорить, сказочника, которым сейчас является Шольц иногда, то можно сказать со стопроцентной гарантией, что томагавки точно будут размещены. Не остановятся боевые действия. Еще раз повторюсь, невозможно их остановить, пока мы не выйдем на границы 91-го года. Не получилось это ни Минск-1, ни Минск-2. Не получится это и Минск-3, или Стамбул-4, или там Даха-5, неважно, или там Пекин-649. Не получится этого. Потому томагавки, готовьтесь, россияне, томагавки будут расположены в центре Европы. А для України це міф чи реальність? Тобто це тут може, знову ж таки, якщо ми розглядаємо сценарій, пов'язаний із президентськими виборами у Сполучених Штатах Америки, тоді один або другий новий президент, зокрема, давайте візьмемо Камалу Харріс або Трампа, так тут може наважитись тоді? Ну, если принято решение разворачивать томагавки в Европе, так здесь уже работают военные, то есть они будут однозначно их разворачивать. Тем более это вряд ли это завязано на боевые действия там в Украине. Это завязано на определенные планы по разворачиванию войск в Европе, натовских войск, усиление натовских войск и передача носителей ядерного оружия. В-52 не просто так, пара уже сидит в Румынии, уже села, уже расположилась. Носители ядерного оружия. Что такое томагавки? Это носители ядерного оружия. Ядерное оружие уже расположено в Германии. Германия, Италия, это же все американское ядерное оружие. Германия, Италия, Турция, Бельгия, Нидерланды. Уже оно там есть. Им просто носители надо для того, чтобы там допустим, 2500 пройти. Как раз до Москвы дотянуться, так это точно. То есть это все по плану. А дальше информационный поток какой-то. Для чего? Для того, чтобы он просто был. Еще раз, действий там не будет никаких. Будут расположены однозначно томагавки. Сказано Путину, ну ты ж не остановился. Ради этого. То есть это просто ради поговорить называется. И политики в основном же они сказочники. Им же на поговорить. 99% они просто разговаривают с утра одно, в обед другое, а к вечеру третье. А действия производят военные. Военные расположены томагавки в Германии. Почему? Потому что там есть ядерное оружие, и туда нужны носители. Все, вопрос решен. Романе Георгиевичу, три блиц запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, от як відповідь Румунія, що може дати відповідь, мається на увазі Російській Федерації, на російські дрони, які залітають на їх територію? Да збивати вони їх просто должны. Вот они до сих пор сопли жуют. Ну, это белодомовское соплежутство, мы уже сколько раз об этом говорили. Ну, оно вот распространяется и на румын пока, почему? Потому что общий натовский дом, так называемый. Потому румыны пока смотрят на штаб-квартиру НАТО. После того, как несколько дронов зайдут на румынскую территорию, убьют румын, вот тогда очень быстро вопрос будет решаться, и они сами будут их просто сбивать. Я думаю, вопрос именно уничтожения летательных аппаратов, вопрос не только над Румынией. Почему? Потому что граница рядом, там же это по Дунаю граница, и, естественно, расстояние очень маленькое. Потому, я думаю, начну сбивать в ближайшее время, как минимум при заходе на румынскую территорию. Росіяни будують нові укріплення біля Кримського мосту, тобто готуються до атаки морських дронів. Чи допоможе це? Да, это пока помогало, по крайней мере, полностью перекрыть они могут, ну, то есть оставив определенный проход через по проливу, полностью могут они прикрыться от морских дронов. Их, правда, есть механизм, как эти боновые заграждения, или неважно, любые заграждения вскрывать. Первые дроны подрывают сами заграждения, вторая волна или третья проходит в образовавшийся проход, выполняет боевую задачу по Керченскому мосту.
А то, что россияне торопятся, они прекрасно понимают, что до зерновой сделки, есть окно возможностей, в которое могут отработать наши спецслужбы. Может быть, сирские или там вооруженные силы Украины, находясь непосредственно под каким-то колпаком, и не создадут давление на Керченский мост. Но два генерала, которые обещали его отправить на тот свет, у нас есть два таких специалиста по станциям Малюка-Буданова, так вот они как раз до зерновой сделки могут этот вопрос решить. Потому россияне, понимая это, окно возможностей сколько. Как только начнется зерновая сделка, как только опять подпишут ее, спеленают, мы уже говорили, спеленают и этих генералов в том числе, и Керченский мост будет дальше стоять и работать в военном смысле. А вот в это несколько недель или там сколько месяцев до этой зерновой сделки, будь она неладна, наши могут попытаться его все-таки уничтожить, а россияне будут пытаться его прикрывать. Потому большой вопрос опять к нашим этим всем крысиным королям, к этим канцелярским крысам. Зачем эта зерновая сделка? Для чего? Если у нас и так идет под прикрытием наших спецслужб, у нас идет экспорт, импорт морским путем, то есть для чего? Для того, чтобы Керченский мост прикрыть и не дать возможности нашим генералам его отминусовать, то есть только для... Я другого варианта просто не вижу. Зачем? Прикрыть новороссийский порт, чтобы дальше россияне качали нефть, прикрыть российские корабли Черноморского флота, чтобы в рамках зерновой сделки нельзя было их бэками задать. Потому очень много вопросов. Вот канцелярским крысам все больше и больше вопросов, которые продвигают опять эту зерновую сделку, которую может еще исключен быть потом прокачка аммиака. Недавно же они выделили, Шмыгаль выделил деньги на восстановление трубы аммиакопровода с Тольятти в Одессу. Она идет, кстати, с Валуек на Купец. Интересное продвижение. Романе Григоровичу, чи розглядають росіяни запорізький напрямок як перспективний? Ну, не сам направление именно Запорожья, имеется в виду Запорожский флот. Однозначно, они будут пытаться дальше давить, попытаются срезать пленение наше подработано, то, которое в прошлом году выполнили. Мы практически до второй линии обороны дошли. Они будут пытаться его срезать. Будут пытаться двигаться на Покровск, на Времевку, на Великую Новоселку, то есть вернуть обратно так называемый Времевский выступ, то есть вклинение. И могут двигаться в том числе и на Гуляйполе для того, чтобы перерезать определенные нити снабжения. Это ракадная дорога, одна из основных ракадных дорог, которая ведет с Днепровско-Запорожского региона в Донецкий регион. То есть вот по трем направлениям, это можно сказать, что это запорожское направление. То есть это Запорожский фронт, хотя это не Запорожье в чистом виде. На Запорожье они не полезут. Запорожье в город имеют. Романе Григоровичу, щиро дякую за детальний аналіз подій. Дякую за те, що ви щоденно приділяєте свій час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями та порадами. Безмежно вам за це подяка. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз дякую за увагу. До зустрічі вже завтра в ефірі. Романе Григоровичу, буду вас чекати. Дякую. До свидания.